Привет всем, а я нахожусь у здания дворянского собрания. Смотрите, оно находится рядом с мужским монастырем. А вот там вот, на заднем плане, когда-то в исторические времена также был мужской монастырь. Потом был здание завод радиоэлектродетали. И сейчас, вроде бы как, снова отдали монастырю. А здание вот это построено в 1877 году. Очень много эклектики. В архитектуре считается самым парадным зданием в городе. Когда-то здесь было здание дворянского собрания. Сейчас мне надо идти подальше, при этом не быть сбитой машинами, которые тут ездят, и показать вам возможности здания. Как оно выглядит?